то есть без агитации, по закону. Ну, были некоторые вопросы с членами комиссии, с непонятными там заменами, с тем, что члены комиссии, как это называется, для себя с удивлением оказывалось, что у них нету, их нету в списках, и головы переставали быть голыми и прочее, все остальное. Но, в общем, вроде как все запущены участки, все нормально, будем следить, чтобы выборы прошли честно, чтобы хорошо, правильно посчитали, чтобы не было фальсификаций. Очень надеюсь, что сегодня будет все нормально. Сегодня вы уже отдали свой голос. Какие ощущения сейчас? Ощущения хорошие. Думаю, что все будет нормально, что будущее, которое мы сегодня выбираем себе и нашим детям, превзойдет все ожидания в лучшую сторону. Каким вы хотите видеть город Николаев? Я хочу его видеть счастливым. Я думаю, в этом слове есть очень много ингредиентов, которые делают Николаев любимыми, делают Николаев комфортным, добрым, безопасным, ну и все, счастливым Николаев.